переходим к другим темам. 50 иностранных студентов станут гостями Тюмени и тюменцев в середине октября в областном центре, как и еще в 14 российских городах, пройдет региональная часть Всемирного фестиваля молодежи и студентов. К нам приедут самые творческие – театралы и художники. И кроме мастер-классов и совместных проектов, Тюмень предложила гостям семейный ужин. Каждый гость, ну, примерно группами 3-4 человека, mm-hmm. отправятся в семью. Сейчас совсем скоро откроется прием заявок, то есть все желающие семьи смогут на сайте нашей региональной программы оставить заявку, что они готовы принять гостей, подготовить для них такой чисто сибирский ужин и небольшую развлекательную программу. И затем мы отберем порядка 15 семей, которые примут наших гостей и смогут пообщаться и удивить. А какие-то требования есть к этим семьям? Тюмень планирует удивить иностранных гостей. Интервью с представителем оргкомитета смотрите в ТСН «Итогах» в 20:00 на тюменском времени сегодня.